пятницу в Самарской области малооблачно, без осадков, станет еще теплее. Температура воздуха в дневное время плюс 7, плюс 11. Ночью 4,8 выше 0. Ветер южный, скорость 3,5 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, днем плюс 12 градусов, ночью плюс 8. Ветер южный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти облачно, днем 7 градусов тепла, ночью 6 выше 0. Южный ветер 4 метра в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, днем плюс 7, ночью плюс 4 градуса, ветер южный 2 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 69%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.